Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первый сервер. Муник здесь Кирилл Путбулов, и как вы поняли по названию ролика, сегодня буду покупать снайперку, пацаны, да. Конечно, не самую дорогую за 600 тысяч, потому что мне бабла жалко реально, блин. Если бы мне кто-то бы дал на нее. Ну просто, блин, у меня 7,5, пацаны, и понимаете, сейчас у меня с деньгами туго, я заебался донить. Поэтому покупим за 300 тысяч снайперку, потому что, блядь, так, снайперки. Так, стоп, я туда нашел, вот, снайперские винтовки, да, 300 тысяч. Чё, покупаем, пацаны? Все, я купил. Я ее купил, так, пишем Маккун. Посмотрим, что это вообще за снайперка. Так, по-моему, вот это она, да? Это она, по идее. Не, вы сейчас серьезно, да? А то вы прям сейчас серьезно. Я купил вот эту хуйню. Не, прям вот, вот прям, блядь, пиздец, да, серьезно? Не, вот прям, прям пиздец, серьезно, да? А, ебать его в рот. Сейчас бы купить какую-то хуету, блядь, вместо снайперки. Не, ну, блядь. Да. Ладно, я обещал снайперку, мы ее купим. Окей, 600 тысяч. Окей. Рили. Окей, хорошо. Так уж и быть. Сейчас я сниму еще 600 тысяч. Сейчас проверим все бабки на оружие, без проблем. Снайперка. Окей, окей. Хорошо. 600 тысяч. Сейчас, блядь, если будет очередная какая-то хуйня, сука, я, блядь, спалю нахуй, блядь, этот Амазин. Блядь, почему? Это ж не, сука, нихуя не снайперка, блядь. Какой долбоёб придумал это, что это снайперка. Так, аккуратненько. Хорошо, хорошо, так. Снайперки. Все, купил. Так, Мак и Гун. Так, снайперка, да? Снайперка. А те 300 патронов просто пропали в пизду какую-то. Вообще охуенная система, блядь. Что меня бомбит сегодня, пацаны. От этого мазинга, блядь. Какая-то дичь просто происходит. Блядь, потратил просто 300 тысяч в пизду. Если бы я знал, я лучше сразу бы купил за 600, блядь. Ну пиздец, реально. Сколько у меня банки осталось? 6,6. Пфф, вообще замечательно просто. Просто замечательно. Ладно, поехали тогда за металлом. Потому что у меня его мало осталось. И пойдем сейчас на БЧ, будем хуярить военных. Так, статистика. Металла сколько мне нужно? Металл 9. 91 металла нужно. Поехали, короче, на шахту, купим металла. И поедем на БЧ. Все, я купил, короче, металла. Едем на БЧ. 200 ПТ, думаю, снайпы нам хватит, в принципе. Так, чисто поехали. Попробовать, что это такое вообще. То, что если снайпы, блядь, давно, на самом деле, стрелял, бля, очень давно. Наконец-то, я постоянно отлаживал покупку, кстати, снайпы, блядь. Все-таки вот купил, блядь, еще купил какую-то вот хуйню, блядь, непонятную. Да, я помню, вроде она хуярит нормально, но, блядь, она мне не нужна была, я хотел снайпу именно. Просто, блядь, бабки впустую потратил, можно сказать. Так, где тут вояки есть какие-то, чтобы их шугануть? Так. Давайте вот сюда подъедем, я гляну на кого-то из военных. Так, что-то никого вообще не наблюдаю. О, я увидел вояку. Там вояка бегает, ящики ложит. О, попал, по-моему. Сейчас мы их загасим, короче.
Ебать, да вот это нормально вообще. Сейчас мы так по одному захуярим. Чувак, он его купил, походу. Ладно, будем убивать его, его дружков. Ща вы повыходите, мы их захуярим. Где-то бегун, ебать. Так, сзади никого нет у меня, чтобы меня не захуярили. Так. Так, давайте сейчас посмотрим, что у нас. Генералу надо в голову. Есть, минус один. Так, надо сейчас генералу в голову. Так, где этот генерал? Так, куда он съебался? Куда этот генерал съебался? Что мне это не нравится, ебать. Ну, минус один мы дали, короче. Куда он делся, блин? Что я его не, вообще не вижу. Так, он якобы бежит. Давайте сейчас с него своим похуйню. Ко мне уже никто не бежит, а не вон. На, генерала убил. Ай, ебать. Это весело, я вам скажу, пацаны. Блядь, не жалею, что я купил, сука, 600 тысяч, блядь, потратил. Это реально того стоит. Блядь, не могу попасть в этого засранца, блядь, бегает. Бля, ну это прям топ, ёпта. Это прям заебись, я генерала тупо захуярил. Стой нахуй. По коленкам нахуй сейчас будем хуярить. Генерала, блять, так захуярил смачно. Блин, вот это тема, пацаны, вот это я понимаю. Еще минус один дал, короче. И так смешно бегают, блин. Понять не могут, откуда хуярят. Это, конечно, прикольно. Так, давайте еще кого-то убьем. Так, вон чувак бегает. Так, не выкупили, что я стреляю, поэтому не все бегают. Но я думаю, все нормально. Бля, ну СНБ, пацаны, это топ. Не жалею, что я купил, вот жалею, купил что-то хуйню какую-то. Надо было сразу ее брать и не выебываться просто. Ну, бля, это тема, пацаны. Это оружие, это тема, точнее, снайперка. Ну, видите, они уже все разбежались что-то. Прям все-все. Давайте, не знаю, может, отъедем как-то. Взрой позиции станет. Так, все, я сюда встал, короче, сейчас отсюда будем шмулять. Бля, что сильно далековато. Во, я его вижу. Я его вижу, ебать. Он мне тоже снайперки хуярит, пидор. Вот гнида, ебать. Сейчас перебинтуемся, нахуй. Вот петух, блядь. У этого тоже снайперка была, у вояки. Какого хуя? Откуда у него снайпа, блядь? Вот это вообще вор. Ебать. Откуда у него снайпа была? Я в шоке вообще. Чё это за... Это девятка, по-моему, была, да? Откуда, блядь, у него... Вот, Тимур Кондрашов. Вот сучка. Давайте напишем ему. Красава. Красава. Убил меня. Не ожидал, что у тебя тоже снайпа.
У меня денег на счету нету, серьезно? Блять. Это, конечно, хуёво. Так, у меня, по-моему, еще одна аптечка была, да? Во, Хелми. Ну, конечно, блин, реально не ожидал. Тимур Кондрашов. Блять, молодец, нахуй. По-моему, я не знаю, вроде бы это подписчик, может быть, нет. Во, пополнить телефон надо здесь. Так. Мобильный счет на пятишечку закинем. Давайте мы отпишем. Молодец, в принципе, убил он меня. Красавчик, не спорю, блядь. Я такой смотрю, что хп у меня сносится, блядь. Я смотрю, он на меня смотрит, блядь. Лол. Конечно, это было прикольно, блядь. Я думал, он с автомата стреляет. Мы вояки ко всему готовы. Ну, я так и понял, блин. Я реально, я смотрю, он что-то, блядь, целится, нахуй. Думаю, блядь, какой он меня видит. Я не знал, что у него снайпа. Потом смотрю на хп свой, думаю, о, у него тоже снайпа была, блядь. И как у меня... А, блядь, надо было не менять место локации, нахуй, конечно. Это я тупанул. Ну, ладно, пацаны, мы проверили снайпу. То, что действительно, блядь, нормально нахуяли так. Мы слили, по-моему... Двух вояк или трех, я так и не понял. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока-пока.